Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». И мы с вами на новом материке, где в конце нас будет поджидать босс. И я надеюсь, мы с ним справимся. Так, ну что, начинаем с первого боя, реванш стервятника. Разыгрывается здесь у нас ледяная ракета. Уровень 43-48, короче, поехали в бой. Ой, ёлки-палки, я забыл... Твою ж налево. Я забыл зайти в оружие и прокачать его. Ладно, будем надеяться, что пока мы справимся и без этого. Значит, кто у нас тут? Гоблин? Ага, слизень. Ну, я думаю, начнем, наверное, с барабана судьбы. Подожди, какое ускорение? Эй, вы чё? Без всяких ускорений. Так, предположим. Вот, бросай. Твою ж налево, только одного уничтожили. Так, этого распиливаем. И остается слизень. Давай, слизнюк, иди сюда. На-ка, получи улей. Ну что, первый бой неплохо у нас прошел. Блин, тут ведьма. Тут этот ханурик. Даже не знаю, давай начнем, наверное, с холодильника. Да ё-моё, ну куда же ты? Понятно, все дело предсказуемо у нас было. Все в одного летит. Зашибись, это сейчас ударит. Ну-ка, может, динамит нас спасет. Ага, аж два раза спас. Карту потеряем. Какую только, ну правильно, которую я хотел как раз взять. Ну, хоть кого-нибудь, ну пожалуйста. Нет, нифига. Так, ну этого мы убиваем. Отлично. Так, улей, давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. Замечательно. И остается старуха-ведьма. На тебе. Неплохо. Переходим на третью волну. Пока я ничего здесь не буду получать, ребята. Но здесь у нас есть зомби. Поэтому в наших интересах забомбить дальних. Потом уже последним бомбить именно его. Иначе он воскреснет. О, неплохо. Начало уже радует меня. Так, давай. И сейчас я брошу динамит. Надеюсь, эти сразу отдуплятся. В плане. Ну-ка, улей. Нормуль. А этот сейчас ударит меня. Ах ты, пройдоха. Нет. Трындец, ребята. Он еще и захилял его. Слушай, ну мы можем, в принципе, еще один динамит бросить. И я думаю, что поганка, да, уничтожилась. Так, ну что, неплохо, ребята. Четвертая волна. Здоровье пока вроде бы норма. Так, опять здесь грифон у нас, голубь и ведьма. Начнем с холодильника. Да чтоб тебя, улей тогда. Отлично. Почему снегобум падает на переднего? Я не могу понять. Он же должен быть рандомным. Ну-ка, давай-ка бросим с тобой динамит. Минус грифон. Уже радует. Сейчас и голубь. Ага. Так, и ведьма остается. Ах ты! Понятно. Ну, я думаю, барабана будет достаточно. Нет, не будет. Все равно выжила. Так, едем дальше. Пятая волна. Это предпоследняя у нас. Пока, опять же, я ничего не буду здесь делать. Начнем с улья. Ой, елки-палки, как я так прозевал. Я не увидел, что здесь вот эта вот старуха, которая у нас карты меняет. Господи, вот это плохо, ребята. Так, ну давай рандомно тогда как-то с тобой выбирать. Тут еще хиллер. Ну-ка, может быть, его динамитом? Есть. Отлично, ребята. Так, сейчас ты опять тут... Вонючка мелкая, а? Давай, наверное, распил делать. Нормуль, и остается лишь Йетти у нас с тобой, зимний. На тебе холодильник, чтоб не дергался. И ждем, друзья мои, ждем, у нас с тобой есть время. Подкопим энергию и бомбанем. Ну вот и все. Так, последняя волна. Получить. Слушай, я думаю, мы справимся. Я думаю, мы справимся с тобой. Сейчас главное все разыграть, нормуль. Я хочу, знаешь, что сделать сейчас? Использую динамит по полной программе. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я не успел, да? Я не успел. Этот успел меня ударить, гаденыш. Так, минус один. Блин, все это пролетело в грифона. Воу. А ну-ка. Эй-эй-эй-эй-эй. По-моему, нам, ребят, надо подлечить немножко здоровье, иначе крышка. Давай, предположим, этого заморозили. Распил на него фигово очень действует. Так, ну-ка, холодильник. Отлично. Грифон сейчас ударит. Так, пушку, ждем пушку с тобой. Уничтожаем вот этого вот. Отлично, ну и остается один грифон. С ним, я думаю, мы
справимся. Надеюсь на это. Ребят, надо заморозить его в первую очередь. Ух ты, как он бомбит. Если еще один удар такой будет, все, мы с тобой проиграем. Давай бросать все, что у нас с тобой есть. Так, холодильник. Все, ему крышка. Слушай, ну сложно на самом деле. Враги становятся довольно крепкими, сильными. И я уже не успеваю справляться. Так, получаем двойной бонус. Вот она, фул награда. Тут у нас и гемы с тобой выпали. И опыт. Кстати, мы должны скоро уровень получить, насколько я помню. А ну-ка. Еще буквально 2 миллиона. И все, ребята. И у нас будет уровень. Так, тут забрать что-то можно. Ага. Так, и вот самое главное, что я забыл сделать. Конечно же, прокачаться. Барабан судьбы. Давай с удовольствием я прокачаю. Ого. 7-й уровень. Не кисло. Так, давай улей прокачаем еще. И все. Больше мне ни на что не хватает. Так, что у меня там робот-то, кстати, как поживает? Бой с боссом, давай, сделаем. Вызываем босса. Сможет он победить? В принципе, сможет. На тебе. Есть контакт. Победушка, ребята, получается у нас. Робот одолел босяру. Получаем. Я не буду здесь умножать свои награды, потому что они здесь очень, ну, маленькие, слабенькие. Видишь, да, по 2, по 3, по 5. Я понимаю, если бы там было по соточке тогда... О-о-о. Бонус 14 гемов. Это солидно. Можно, кстати, умножить, но я не буду. Я хочу, знаешь, что сделать? Поднять ему уровень. Да. Вот это по-нашему. Так, ну здесь придется глянуть. Так, ну что, мы с тобой получили, видимо, достаточное количество. Ага, шестеренок, и я могу прокачаться. Ну что, давай, наверное, вместимость и атаку. Все, этого более чем достаточно. Значит, у нас уровень локации 7. Волн будет 76, мы уже с вами прошли. Короче, ребята, и сумка почти уже забита у нас. Скоро будем открывать ее. Ну, а пока мы идем на основную сюжетку, конечно же. Так, у нас с тобой второй демон. Это у нас реванш мага. Будет разыгрываться здесь у нас спутник. Уровень такой же, 43-48. И награды довольно солидные. Поехали. Сейчас будем мстить. Хотя тут почему-то написано месть реванш мага. Но мы, естественно, ему не дадим никакого реванша. Так, получи. Ать! Ну, как всегда. Паршивец, он меня больше всего раздражает. Самый вредный из всех монстров, мне кажется. Потому что он мне вот карты спутывает. Я не знаю, какие... А, ну-ка. Получил свое. Будешь знать свое место. Так, а этот так опался у нас. Блин, псина собирается меня сейчас ударить. Понятно. О, динамитик. Минус гоблин. И минус пес. Волчара. Так, здесь у нас что? Гоблин, слизнюк и снеговик. Давай начнем с барабана судьбы. Тем более мы его прокачали на 2 уровня. Сразу видно прибавка, да, по мощам. Так, слизнюк получил свое. Снегобум. Заморозили, отлично. Так, бросаем динамит. Вы их должны убрать с тобой. Ага, не тут-то было. Почему-то переднего убрали. Этот сгорел у нас и остается Ханори, которого добиваем. Естественно, разрушение. Все, в топку его. Третья волна. Холодильник. Отлично. Ох, ёпарзоте. Паршивец, он, по ходу дела, будет везде, друзья мои. Вот этот маг, он будет везде, в каждой волне находиться. Ладно. Сейчас ударит меня. Сейчас он меня ударит. Вот паршивец. Снегобум. Заморозили, уничтожили даже. Шикарно. Так, давай попробуем с тобой вот это. Распил, отлично. Очень, кстати, он выпал нам. И остается вот этот вот маг. На-ка! Получи и выкуси. Двигаемся дальше. Четвертая волна. Да не надо мне здесь ничего получать. Бросай динамит сразу, потому что вон стоит эта ведьма. Ну вот. Главное, что я успел динамит все-таки бросить. А теперь давай. Ох, как шикарно. Минус грифа. Плюс барабан судьбы. Я думаю, сейчас мы, наверное, вот этого уничтожим себе, да? Нет. Уничтожили мага. Отлично. Ну, а этот будет сам себя хилять. Он, наверное, не успеет. Конечно, не успеет, ребят. Все,
Переходим с тобой плавно на пятую волну. Блин, и здесь у нас с тобой первым стоит зомби. Нам нужно боковых уничтожить. Боковых. Ну-ка, дед, уйди отсюда. Так, бросим с тобой динамит сюда. Ай-яй-яй-яй-яй, дед сейчас прыгнет на первую линию. Или не успеет? Нет, он успел. Так, холодильник, брат. Холодильник, говорю, да куда ж ты его? Давай, ули тогда. Сейчас голубя мы с тобой сожгем. Ну и все, дед, ребята, у нас попал. Как говорится, в оборот. Мы его сейчас будем тут пилить, бомбить, морозить. Все, ему крышка. Ну что же, последняя волна. Слушай, я, наверное, гляну, потому что здесь два брата вот этих вот. Они очень мощные, а у нас с тобой мало здоровья. Ну вот, здоровье восстановили, поехали. Этот маг, естественно, сейчас сделает пакость. Ну-ка, динамит успеем бросить? Успел. 130 тысяч хп у этого гада, ты прикинь? Естественно, он мне все карты спутывает. Это понятно. Так, что у нас тут? Барабан судьбы. Блин, вот этого надо уничтожить в первую очередь. Он же сейчас будет так бомбить, что нам мало не покажется, я тебе серьезно говорю. Ну-ка, улей. Да не в того ты бросаешь, улей. Ты посмотри, насколько он. На 4,5 тысячи бомбит. Вот этот вот хмырь. Давай что-нибудь полезное, блин. Ну, динамит, слава богу. Есть контакт. Минус двоечка. Грифон, ты не выживешь все равно. Так, мы теперь замораживаем еще раз этого мага. Бросаем в него улей. И, я думаю, пилой мы его распилим. В плане не хватило. Эй! Ладно, давай тогда так сделаем. Фух, друзья мои, мы прошли с вами. 310 тысяч спутников мы с вами получаем. Ну и, конечно же, удваиваем. Ну вот, совсем другой разговор. Кстати, у нас, по-моему, сейчас будет уровень. Хотя нет, там надо было 2 миллиона, а я получил всего лишь 1 600 000. Да, чуть-чуть не хватило. Ну что же, мы переходим с тобой на следующую битву. И потом уже будет у нас босс. Так, здесь у нас разыгрывается УЗИ. Это у нас реванш волка. То есть волчара решил отыграться на нас. Я думаю, что он сделал большую роковую ошибку. Так что поехали. Опять ты здесь, а? Ну ты посмотри на него. Опять этот маг, друзья мои. Клешивый. Ну естественно, он спутывает мне карты. Понятное дело. Так, давай посмотрим. О, получил свое. Так, снегобу. Неплохо. Вот барабан судьбы бы нам запустить, но волчара ударит все-таки, да? Хотя нет. Ну, ха-ха. Волчара в пролете. Так, терпим, друзья мои, терпим. Ну-ка. О, самое то, что нужно. Неплохо мы здесь отыграли. Значит, кактус, да? Кактус и хил. Начнем вот так вот. Улей. Неплохо этому досталось, я тебе скажу. Так, сюда бомбим. Бросим динамит. Этому хилу крышка. Кактус меня немножко сейчас напрягать будет. А что мы тут сделаем? Да ничего мы не можем сделать. Тут лишь заморозить, если. Крысу сейчас нам подкинут, кстати, с тобой. В руку. Чего бы я не хотел. Так, секунду. Давай-ка вот так, наверное, стрельнем с тобой. Блин, успею динамит бросить? Успел. Так, этому крышка, по-моему, да? Им обоим кранты. Отлично, ребята. Так, получить? Нет, не надо мне ничего получать. Давайте мы с тобой барабан судьбы активируем. Теперь шибанем из корабельной пушки. Дальше холодильник. После этого снегобу. Опа, минус голубок. Так, секунду, 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 секунду. Успеем? Успел. Но добить волчару в любом случае не успеем. И это плохо. Зато этого ханурика в минус. И бросаем, наверное, с тобой улей. Все. Переходим на четвертую волну, ребят. Так, ну я думаю, здесь я справлюсь. Итак, поехали. Раз. Я набираю стаки на наш динамит, как ты понимаешь. Давай вот так вот сделаем. Да что ты все в зомби-то этого бросаешь? Хорош. Сейчас кто-то ударит, да? Ну-ка, динамит, выручай меня. В плане, блин. Все выжили, блин, да? Кроме зомби. А, нет, волчара отдуплился, ребята. Ха-ха, крутенько.
Сейчас получилось вообще классно. Зачем ты улей бросил, Рэй? Ну зачем, а? Это была, конечно, вторая твоя роковая ошибка. Сейчас доиграюсь, а? Давай динамит тогда применим. Так, минус слизи. Ну и дед зомби остается у нас только. Мы его заморозим для начала. Слушай, а здесь нам придется, наверное, с тобой восстанавливать здоровье, потому что, ну, маловато. А еще две волны у нас впереди. Ну, с этими я могу справиться, но все равно надо хильнуться. Ну что, давай, наверное, стакать. Раз. Дальше пушка у нас. Два. Улей. Три. Пила. Четыре. Так, бросаю я, наверное, все-таки динамит. Не буду рисковать. Грифон минус. Вау, сразу двоечка, отлично. И тут гоблин у нас пляшет. Как бы мне его уничтожить? Успею, интересно? Успел, но, ребят, не хватило, чтобы его уничтожить. Добиваем. Так. Опять эти двое здесь, а? Ну что, начнем, пожалуй-ка, наверное, с пушки. Окей. Дальше барабан судьбы. Этих двух братьев нужно уничтожать в первую очередь. Я тебе серьезно говорю. И желательно сразу двоих. Так, пока заморозим. Бросим улей. Блин, слизень сейчас, наверное, сделает этот свой барьер. Ай-яй-яй. На кого вешает? Не, ну только не на него. Зачем на него-то, блин? Вы серьезно? Ну-ка, барабан судьбы, давай. Волчару уничтожь, есть контакт. А слизень еще живет. Что я могу тут предложить? Ну, снегобум. Так, лопнул, да? Окей. Этот еще жив. Заморожен. Ули ему в подарок. Так, слизнюк, стоять. Так, ну ему крышка, ребят. В любом случае. Давай вот так вот динамитом всех добьем их. Бамс. Ну вот, мы здесь с тобой справились, как ты видишь. И, кстати, мы уровень сейчас с тобой еще получим, ко всему прочему. Так, получаем полностью награду. И, друзья мои, сейчас мы с вами апнемся. Вот у нас опыт. Новый уровень. 38-й, отлично. Так, ну я не буду получать эти гемы. Давай вот так вот сделаем. Так, и у нас с тобой последний поединок с боссом. Кстати, как у нас там робот себя чувствует? Давай посмотрим. О, хранилище, ребята, заполнено. Блин, почему у меня нет ни одной карточки такой, а? Давай приумножим, да? Я думаю, реворд достойный. Давай сделаем. Ну, смотри, не кисло. Я бы даже сказал, очень хорошо. Мы тут заработали с тобой. Замечательно. Так, наш робот дальше воюет. Кстати, он на 59-й волне. Скоро он перейдет на 8-ю локацию. Здесь пока мы ничего сделать не можем. Пускай гуляет, а мы с тобой посмотрим, что у нас в инвентаре. Оу. Можно прокачать пилу, кстати. Слушай-ка. 35-й уровень. Общий урон 6000. Неплохо, кстати. 6000. Так, а дробовик сколько у нас наносит? Ну, смотри, общий урон маленький вообще у дробаша. Единственное, я его беру, ребята, для того, чтобы он мне стакал на динамит. Вот и все. А так бы я, конечно, бы дробовик, наверное, поменял бы. И, в принципе, есть даже на что поменять. Вот, например, тут ракеты у нас есть, которые наносят общий урон. Даже, кстати, лучше, чем огненный дробовик. А может быть, нам так с тобой сделать? Ух ты, смотри. Это вот такие штуки нужны для того, чтобы прокачать? Ты прикинь, уже общий урон почти 5,5. 6 тысяч. Слушайте, ребята, я, наверное, возьму. Это у нас тоже стихия огня. Давай-ка мы, наверное, с тобой возьмем вот так вот. Ты посмотри, урон. Да, подожди, это не то. Здесь всего лишь 3 тысячи, ну, 3,5, да, тысячи урон. А здесь, извини меня, 8 тысяч урон. Причем тот бьет только переднюю цель, а этот бьет все. Ну, эффект поджога, конечно, 80%. Но зато все цели. Слушай, это, мне кажется, будет эффективнее. Да, ребята, оставляем. Ну что, у нас с вами предбосс. Точнее, даже босс. Награда здесь, смотри, динамит.
УЗИ и морковь будет разыгрываться, поэтому поехали. Ну, мне кажется, не будет так легко, как хотелось бы, но в любом случае мы сегодня должны победить. Так что погнали. Так, неплохенько для начала. Они еще горят, причем все горят. Слушай, да, однозначно ракеты лучше, чем дробовик. Так, сейчас я динамит еще кину туда им. Бамс. Шикарно просто. Так, и распил. Нормуль. Так, двигаемся дальше. Кто у нас тут? Давай их подожгем. Для начала. Ай-яй-яй-яй-яй. Забыл, друзья мои. Не углядел, что здесь эта проклятая ведьма стоит. Ну-ка, на тебе. В минус? Обалдеть. Стоим, стоим, ждем, ждем, ждем. Барабан судьбы. Погнали. Нет, урон, конечно, хорош, но недостаточно, чтобы их уничтожить. Ха-ха. Заморозка. Не успел. Чуть-чуть буквально не успел. Давай распилим его. Пошел ты. Нормуль. Так, дальше. Получить нет. Мы не будем с тобой пока ничего получать здесь. А вот теперь бросаем динамит. Настаканный. Отличный урон. Согласись. Минус хиллер сейчас должен быть. Он сгорит. А мы с тобой снегобум вызываем. И стоим, ждем энергию. Пока у нас с тобой есть откат. Вот этот вот, видишь, откатик. Мы с тобой энергию копим. Дальше опять замораживаем и дальше ждем. Понимаешь, да, принцип какой? А потом просто вот так вот, хоба, и добивочный. Плюс у нас с тобой почти целая шкала энергии. Ну, почти целая. Так, здесь обойдемся, я думаю. Начнем с барабана. Так, кальмар этот фигов. Холодильник на кого? Отлично. Так, давай-ка мы попробуем сейчас поджечь их. Этот должен сгореть. У него тройной урон идет. Так и есть. И динамитик. Ать, не успел. А кто не успел, тот опоздал. Ну что, хлыщ, давай-ка мы тебя заморозим, чтобы ты тут не дергался лишний раз. Так, холодильник придержим, пока будем с тобой копить энергию. Опа, на, еще разок. Остуди свой пыл, да, как говорится. Бросим улей, чтобы он горел потихоньку, да? И пилой его, немножко потеребунькаем. Добить сможем с тобой. А вот так вот сделаем. Все, ребята. Так, пятая волна. Слушай, давай, наверное, хильнемся, потому что тут еще вот этот маг паршивый. С чего начнем? С поджога, конечно. И вот так вот. Успеем? Нет, не успел я бросить динамит, к сожалению. Что здесь у нас? Снегобум. Вот, динамит. Слабовато, но этого хватило, чтобы уничтожить переднюю цель. На, минус маг. Так, холодильник можно, в принципе, успеть кинуть. Или не успею? Не успел, чуть-чуть, а? Ладно, снегобум, добивай его. Угу. Добил аж 20 раз. Ну-ка. А сейчас у нас будет босяра, по ходу дела, да? Вот он явился. 237 тысяч хп у него. Поехали. Это ему для начала. Барабан судьбы. Я, правда, не помню, что он будет делать на второй фазе. Кто-нибудь из вас помнит? Вот и я не помню. Так, у него заморозка какая-то действует, да? А, на него заморозка, наоборот, не действует, друзья. Все, я вспомнил. Ого! Что он там делает? Блин. Вот здесь как раз бы и понадобился нам с тобой динамит, а я его потратил. Слушай, давай, наверное, их подожгем, этих малышей. Что-то фигня какая-то получается. Ать! Мы его откинули назад. Ну-ка. Холодильник. Динамит, срочно динамит бросаем. Бумс. Вот он, друзья мои, на переднем плане. Ну-ка. Не действует же на него, да? Конечно, нет, ребят. Уйди ты отсюда. Так, из пушки. Слушай, он что-то там готовит. Ледяные клещи какие-то. Вот зачем мне твои ледяные клещи? Объясни-ка мне на милость. Блин, ты посмотри, какой я жесткий типок. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. И вот так еще. А, по-моему, это не действует на боссов, да? Это на боссов не действует вообще никак. Динамит тогда. Ну-ка, я не успел или успел? Поджог. Ну, сгори ты, ублюдок мелкий. Да,
Я справился, друзья мои, все-таки с этим охламоном. Слушай, неплохие награды. Сейчас еще и умножим это все дело. Ну, вот она, фуловая награда. Отлично, ребят. Ну, что я тебе могу сказать? Мы с тобой прошли этот этап, этого босса завалили. И можешь посмотреть, что там у нас дальше с тобой. Ух ты. Так, враги все сильнее и сильнее становятся, да? Окей. Так, ну что, мы можем с тобой, в принципе, прогуляться маленечко. Чемпионская арена. Давай, наверное, пройдемся по ней. Хотя, постой. А монстры испортили карты зеленого цвета. Попробуй карты с другим цветом. Хм. Ну, давай, попробуем. Так, здесь я возьму вот этих. Сюда мы поставим вот этих. Здесь пускай будут вот эти. А тут... А тут мы поставим, наверное, вот этих. Все, ребята, поехали в бой. Блин, надо было зайти к роботу. Он, по-моему, там уже перешел на новую локацию. Ну, не перешел, а может перейти. Ну что, начнем с поджога. Барабан судьбы. Окей. Так, давай-ка я улей брошу. Чуть-чуть не туда, конечно, да и фиг с ним. Динамит готов, ребята. Минус ханорик. Блин, он сейчас ударит, потому что он на задней линии помер. Если бы на передней бы, ничего бы не было бы нам. Что-то пошло все не так, как я хотел. Да на тебе, распилим его. Норма. Так, следующие враги. Вот они, явились, не запылились. Улей в ведьму. Так, заморозка. Динамит, динамит, давай бросим с тобой. Блин. Ага. А этот выжил. Хлыщ, на тебе. Из пушки его сейчас добьем. Норм. Так, третья волна. Да не надо мне пока этого ничего. Неплохо. Плюс барабан судьбы. Сразу бросил улей. Надеюсь, в восьминога. Да, хочу по нему. Во. Отлично. Так, бросаем с тобой динамит. Ну. Бумс. Блин, выживет осьминог. Чуть-чуть не хватило, чтобы он сгорел. Ай-яй-яй-яй-яй. Разыграли, да, между собой партийку. Так, холодильник добил. И улей добивает. Друзья мои, последняя волна у нас. Надеюсь, мы с тобой справимся здесь. Так, давай бомбанем мороженку эту. Плюс барабан судьбы. Тут самый опасный, я тебе скажу, это электрик. Блин, почему в мороженку-то? Ну, давай-ка вот так сделаем. Я не знаю, что это, ребят, вот, что это за фигня? Я не помню, что она делает. Можно, конечно, почитать. Но как бы не до этого сейчас. О, минус двоечки, и остается мороженка у нас. Да ладно, успокойся, пожалуйста. Все, и крышка. Замораживаем. И уничтожаем. Так, что у нас тут в сундучке? Давай-ка посмотрим. Наградушку. Срочно мне. Ну что, ребят, наверное, умножимся, потому что тут почти лям опыта. А так мы получим 2 ляма. Так, и сундук, конечно же, сейчас откроем. Что тут? Так, молотора. Холодильник. Пестициды. Так, отбойник. Напалм. Отлично. Корабельная пушка. Ребят, тут надо смотреть. И... огнеразжигатель. Ага. Так, еще и шестеренки. Ну, а это у нас получается общий итог. 60 шестеренок даже получили. Ну что же, я думаю, что неплохо мы тут с тобой поиграли. Неплохо заработали. Так, инвентарь, что у нас тут? Ага, динамит, да ладно. Ты серьезно? 35 уровень, сколько у него дамаг идет, а? Почти 40 тысяч дамага, ты прикинь? Опупеть. Плюс 20% урона за использование карт красного цвета. Ну, то есть, ты понимаешь, да? Вот мы с тобой огненными картами пользуемся. И максимальное увеличение в 5 раз. Офигеть. Так, давай, наверное, напалм с тобой еще прокачаем. Ух, нифига. 14 тысяч урона.
Так, ну тогда и холодильник уже прокачаем с тобой. Общий урон 8500. Меня это устраивает. В плане новая. У меня разве такой карты не было? Огнеразжигатель. Теперь появилась. И она, кстати, тоже красная у нас. А, снимает с цели все положительные эффекты. Ага, я понял, что она делает. Так, зайдем к роботу. Посмотрим, как он-то себя чувствует. Давай, давай, битва с боссом. Завали этого босяру. Сейчас мы ему поможем. Опа, на, вот так вот делай. Еще разок. Все, ребята. Вот для чего мы с тобой получаем эти штуки. Прокачиваем определенные скиллы. Я раньше думал, что это не нужно. А теперь получается, что очень нужны. Так. Топорик. Кролик Дэвид. Ну ты сам понимаешь, видишь, награды, конечно, маленькие. Умножать их, ну, нет смысла. Вообще. Поэтому просто получим. А теперь давай, наверное... Опа! 8-й уровень. Отлично, ребята. Так, ну что, он скоро перейдет у нас на 9-ю локацию. А мы сейчас его немножко прокачаем с тобой. Именно по дамагу. Так, и сумку прокачаем. Плюс можно здесь. Так, увеличивает шанс крит удара. Все, друзья мои. Все очень даже неплохо. Так, ну что, наверное, мы будем на этом с тобой закругляться. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим наши битвы. Так что всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам!